В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» одинцовские депутаты-единороссы провели профилактический рейд по аптекам поселка Горки-2. Комиссия проверяла наличие отечественного лекарства, разрешенного для амбулаторного лечения от коронавируса – фавипиравир. Выяснили, что в проинспектированных аптеках этого лекарства нет. В одном из аптечных пунктов были предложены тесты на определение заболеваемости COVID-19. Результаты проверки направлены в территориальное управление Одинцова.